мой рабочий кабинетик. К сожалению, здесь у меня есть все удобства. Но краник течет. Видите? Неприятная вещь. Надо вот этот вот краник будет сейчас подремонтировать. Купил специально ключ для работы. Прокладочки. Перекрываем воду. Раз. Мне кажется, Андрей попутал не тот. Да. Не тот сделал. Правая надо левой. Ну, у Кати вот тоже краны менял, пришел водопроводчик, он просто вместе тоже посмотрел, сказал, кран хороший, прокладку нужно. Поменял прокладочки, и все стало хорошо. Вот она прокладочка. Угу. Вот она эта. Видите? Не участвует, хотя и ее можно поменять. Сюда. И для примера сравним. Ну, чуточку это выше. Так вот мы ее-то напросто. Теперь закручиваем. Ладно, посмотрим, где там у нас работалось. То есть все откручиваем. Не попутали. Эти вот штучки. Штучки эти заменим. Надо, наверное, полностью вынуть. Она может изнутри всовываться. Так. Это было... Вот так вот вставлено. Купил два. Надо немножечко побольше. Так, постой, побольше. Тут какие-то эти. Надо прокрутить. Так, а теперь вот эту. Вот видишь, вот это. Здесь две. Вот так надо вставить, она прилегает. Вот так, видать, она отодвигает или там еще что-то делает. Далее мы берем теперь вот это вот. Так, да. И по новой. Сюда. Немножечко так. Немножко ее. Так. Вверх ногами надо. Вот, не вверх ногами. А то были закрыты дырочки, теперь открыты дырочки. Берем их. Отсюда идет, да? Ну ладно. Сделаем так, как тут не затягиваем. Ага. Вот это все отвинчивается так. Ну вот.
Ну что ж, все за. Давай. Очищаем чем мы? Чисто. Именно зубной щеткой? Разные варианты. Мурочка. Ой, она тут трется в оконце. Ну вот смотрите, все отквасилось. Чистота, шик, блеск, красота, тра-та-та, тра-та-та. И помогла нам лимонная кислота. И теперь мы сейчас продолжим. Я снял резиночки, вот эти две резиночки, вот они. Вот, вот здесь вот сейчас я подмотаю, чтобы они больше сюда выходили и прижимали. Я взял вот эту вот специальную такую ленту для подмотки, намотал ее сюда, чтобы кольцо было повыше. И теперь одно я вставил, и сейчас вставляю другое кольцо. Вроде все стоит на своих местах, чтобы все было так, как надо, я еще прокрутил. Это у меня колечко есть, оно должно быть вот здесь вот. Я его сюда вставляю. Вот так вот я его вставил. Оно как раз вошло в пазы. Стало вот так вот. И теперь эту штучку сюда, сейчас, если все у нас пройдет нормально, вставил. Это та прокладочка, которая заменила нам вот пластмассовую прокладочку. Наконец-то я подмоточку убрал из-под этих двух уплотнителей черных и... Опа! Прошло! Прошло! И видите, тут рисочка видна. Это хорошо. И теперь вот эту вот стопорную шпильку надо вставить сюда. И финальная сборка. Видите, не попало в паз. Вот здесь попало в паз. А хотя и здесь попало в паз. Ну, тут. Также должно попасть в паз. Мы вращаем вот так вот. Все. Это вроде как в пазах. Ну, пойдем пробовать, что у нас получилось. Закрыл, открыл, закрыл, открыл. Вот этот ремкомплектик нам и не понадобился. Оказывается, не в нем дело, а совсем в другом. Теперь у нас сборка. Вот этот завинчивается на 14. То, что надо. Пинцет, ланцет.
Так. Пробуем. Вода с этого крана. Отлично. Отлично работает с этого крана. Отлично. Могем же. Пошел по резьбе. Опа. Пипочка. Кул холодная. Вставили. А! Очень приятно, когда что-то ты сделаешь своими руками. Да, пришлось повозиться. Да, пришлось посмотреть в интернете. И вот то, что я купил, вот эти вот запчасти, они, оказывается, абсолютно не нужны. Потому что тут совсем другие расходные материалы пришли в негодность. Заменил их и пожалуйста. Оп. А? Красота! Мастер! Золотые руки! И новый кран, который вот, оказывается, у нас есть новый кран тут в этом, в чехольчике. Такой красавчик. И новый кран не понадобился. Все, что надо, это поставить вот то медное колечко. Медное колечко. И подмотать под те резиновые две прокладочки, небольшой уплотнитель. Довольно-таки маленький. О! А! А! Все!